have you ever felt? Are you listening? Damn. Трех вольеров. Каждый вольер состоит из выгульной части и кабины. Кабина у нас утепленная, дополнительно оборудована утепленной будкой. На выгуле имеется в решетке поворотная кормушка. Устроена она вот таким образом. Сюда загружается миска с кормом для собаки. Соответственно, кормушка разворачивается к собаке. Кормушка безопасная, можно покормить собаку, не заходя в вольер. Размер кормушки позволяет установить две миски диаметром 30 сантиметров. Калитка снабжена защелкой. Защелка с двух сторон, чтобы можно было... прибираться в вольере, и вольер был закрыт. В вольере оборудовано освещение. Освещение выгулов. Вот так это выглядит. Также хочу обратить внимание на то, что лаз закрывается специальной задвижкой. Работает она таким образом. Поднимаем. Фиксируем. Все работает. За задвижкой находится брезентовая шторка. Это непосредственно лаз. Туда проникает собака. Там утепленная будка. Кабина у нас утепленная. Утеплитель базальтовая плита толщиной 5 сантиметров. Изнутри кабина обшита вагонкой. Вот будка. У будки крышка съемная, будка сделана из фанеры, будка также утепленная. Пенополистирол толщиной 30 мм. В кабине имеется освещение. И дополнительно установлен по просьбе заказчика инфракрасный обогреватель. Обогреватель предоставлен заказчиком. Потолок, стены, пол, все утепленное. На крыше сверху у нас находится профнастил. В качестве стропил мы использовали фанеру толщиной 10 мм. Основной функционал фанеры — это стропила, и плюс еще она выполняет роль теплозвукоизоляции. В летнее время, когда пекет жаркое солнце, профнастил у нас нагревается, фанера не дает этому
теплу проходить в вольер. Тем самым собака чувствует себя достаточно комфортно. На крайне правом вольере с правой стороны оборудован электрощит. И выключатели выгула и кабины. Соответственно, вольеры у нас заземлены. Имеют заземление. В каждом вольере имеется окно. Окно сделано двойным из поликарбоната толщиной 4 мм. Регулировочные болты опоры позволяют регулировать высоту вольера. К тому же высота установки вольера более 10 сантиметров. То есть подпольное пространство у нас легко проветривается. Такой вот у нас вольер. Вся металлическая конструкция окрашена полимерно-порошковой окраской. Она очень хорошо себя зарекомендовала для отталкивания от осадков и прочих атмосферных явлений. В качестве спола используется половая шпунтованная доска толщиной 40 мм для выгула и кабины.